Работа секции мотоспорта некоторое время находилась на паузе. После передачи ряда полномочий из города в район здесь отсутствовал наставник. С 22 марта юному поколению мастерство управления железным конем передает Алексей Базеев. За две недели, вот вы видите, сколько детей. Это половина, новый приход. 22 года уже дети пришли заниматься. В основном делаем упор на тренировки тогда, когда у детей каникулы. Сейчас секция, так сказать, набирает обороты. Тренировки проходят один раз в неделю по воскресеньям. В распоряжении тренера и детей пока два рабочих мотоцикла. Многие из тех, кто приходит погонять с ветерком, имеют своих железных коней. Как, например, сын тренера Алексей Базеев-младший. Меня привел папа. Занимаюсь 6 лет. На чем ездишь? Своя техника? Да, своя техника. Какого мотоцикла? КТМ-85. Сколько на нем уже поездил? 3 года. В секцию могут записаться дети с 10 до 17 лет при наличии справки о состоянии здоровья. Более подробную информацию о мотоспорте и тренировках можно узнать по телефону 3 86 36 или 8 904 885 76 00.